Всем привет, с вами Ростиксон. Сейчас я расскажу про Jumbo Exchange. Я, кстати, получал как-то от них ретро-дроп. И в этом видео будет конкурс на $5 в токенах NEAR. Начинаем! Jumbo – это самая удобная для пользователя биржа, которая призвана устранить типичные трудности, с которыми сталкиваются люди при работе с децентрализованными биржами. Благодаря различным аспектам NEAR, как быстрота и дешевизна транзакций и собственным алгоритмам, Jumbo работает бесперебойно, что означает, что каждое взаимодействие с биржей дополняется немедленной визуальной обратной связью и соответствующими инструкциями TAX. Jumbo создан специально для одной цели – ненавязчивый и вникательный опыт для торговли, обмена и размещения ваших цифровых активов. На этой бирже вы можете заработать на пуле ликвидности и фарминге. Кстати, у Jumbo даже был airdrop, но я выиграл там всего баксов 10. Пулы ликвидности – это смарт-контракты, содержащие заблокированные крипто-токены, которые были предоставлены пользователями платформы. Они самоисполняются и не нуждаются в посредниках, чтобы заставить их работать. Они поддерживаются другими частями кода, такими как автоматизированные маркетмейкеры, которые помогают поддерживать баланс в пулах ликвидности с помощью математических формул. За все эти действия пользователи получают вознаграждение в нативных токенах той или иной децентрализованной биржи, которые потом можно продать или использовать для дальнейшего фарминга. Все сделки защищаются смарт-контрактом, на который не могут никак повлиять ни контрагенты, ни сами биржи. Если не случится технического форс-мажора, то инвесторы всегда получат свой доход, в отличие от централизованных бирж, где организаторы всегда могут скрыться с деньгами. Но тут главное, чтобы смарт-контракт был правильным и действительно безопасным. И конкурс на $5. В комментариях вы должны написать опыт от использования подобных децентрализованных бирж или Jumbo на NEAR протоколе. Такс. Я выберу комментарий, и он выиграет $5 в токенах NEAR. Такс. Чтобы начать пассивно зарабатывать Jumbo, вам нужно подключить кошелек. Это делается буквально в 2-3 клика. Для этого заходим в биржу и нажимаем на кнопку Connect Wallet. После этого у вас появится окно, где вам нужно выбрать удобный кошелек. Нажимаем на него. После подключаем кошелек. И у вас обычный NEAR, его нужно будет свапнуть на Rapid NEAR. Затем переходим на страницу Pool. Здесь мы можем заработать на пуле ликвидности на следующие монеты. NEAR X, Linear, Jumbo, USN, USDT, Aurora, Chica, Yumi, Jumbo и Happy. Годовые проценты могут начинаться от 1% и доходить до 216%. Проценты отличаются от монет, и как правило, чем волатильнее монета, чем она рискованнее, тем больше процентов в год. Для инвесторов присвоение ликвидности может быть очень прибыльным. Протоколы стимулируют поставщиков ликвидности с помощью вознаграждения в виде токенов. Эта структура стимулирования привела к появлению стратегии криптоинвестирования, известной как доходное фермерство или yield farming, где пользователи перемещают активы по разным протоколам. Но остерегайтесь рисков. Пулы ликвидности подвержены непостоянным потерям. Термин, обозначающий, когда соотношение токенов в пуле ликвидности становится неравномерным из-за значительных изменений цен. Это может привести к потере ваших вложенных средств. Если вы хотите добавить средства непосредственно в пул ликвидности, такой как VNIR Aurora на Jumbo, вам нужно будет иметь равные суммы VNIR и Aurora, которые вы можете обменять с помощью любой децентрализованной биржи или на самом Jumbo. А также у них есть телеграм-канал, твиттер-аккаунт, все ссылочки будут в описании. Также у меня могли быть некоторые ошибки, вы можете меня поправить в комментариях и написать конструктивную критику. Всем спасибо, удачи, не забывайте о конкурсе и заходите по ссылочкам в мой телеграм-канал. Там я делюсь всеми своими темками, ну практически.